Я устал уже от вот такой вот жизни, лакшери. Хочется какой-нибудь берег реки, какую-нибудь корову, какую-нибудь доярку с ведром. А вы ведь, я так понимаю, только недавно вернулись... С Кипра, да? Да, я был на отдыхе за очень много лет. Я первый раз... За очень много это за сколько? Отдохнул. Обычно я выезжал каждый год по работе. Так. То есть у меня либо концерты, там, сейчас же модно по набережной давать концерты. Ты, например, выступил вечером, два дня отдыхаешь, через следующие два дня или через день ты выступаешь в другом отеле, там другая публика. И так ты все побережье там отработал и типа отдохнул. Ну, я так понял, что это никакой не отдых, потому что тебе все равно в отеле не дадут отдохнуть после выступления. Все равно тебе будут там мозолить глаза и просить, что там давайте поужинаем. Вот. И поэтому это был не отдых, это было... Как разве ужинать это не просто отдых? Работа. Но ужин, плавно переходящий в завтрак, так, а на следующий день, отдых. Через день концерт, и ты уже шарпея включил. И что это что на сцене? Так, не очень круто. И то есть не получается отдых во время работы по-любому, потому что ты на нервах, то не тот костюм, то не та сцена, то не тот звук, то не тот свет. И, короче, так не отдохнешь. Это так. Просто обман, что ты отдыхаешь. Неполиткорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».